Сейчас вот бьюсь с одуванчиками. Пытаюсь хоть как-то ограничить их численность. Вот так оно выглядит, поле битвы с этим самым одуванчиком. На небольшом участочке я вот пошивала ему голову, а остальное меня ждет. Ну что я делаю с этими укусами? Во-первых, вон там орут козы, они едят вот эту свежемолотую зелень, очень даже замечательно. А то, что они не успевают съесть, сушим. И потом набиваем мешки. И в мешках она хранится до зимы, естественно. И все, зимой сыпем в кормушки. Они жуют это сено. А вот, кстати, сирень зацветает. Еще только-только зацветает. Она еще бутоны, не знаю, крупно, ничего не вижу. Солнце отсвечивает. Короче говоря, у нее махровые цветки, роскошные совершенно. И вот они сейчас в бутонах. Она еще не распустилась полностью. Вот. Самое обидное, знаете что? Вот ровно через 2 дня вот здесь уже будет снова так же, как вот сейчас здесь. Это что-то немыслимое. Вот точно. Снова повсходят все эти одуваны. Ну, что делать? Вот упаду в гамак и буду валяться ногами кверху, и все. И ничего не буду делать. А пускай на одуванчиках пчелы мед собирают. Да зарасти оно все одуванами. Ну вот, пока что... В течение 1,5 дня газон выглядит так. Ой, но скоро все начнется по новой. А тем более одуванчики скоро задымят, запылят, начнут посылать свои пушинки. И опять. Но самый-самый такой сорняк, который... Так, а здесь-то что у нас? Ну, здесь то же самое. Ну, в смысле, он... Выбрасывает стрелки, цветочки цветут. Вечером они закрылись, их не видно. А на самом деле, вот на свежескошенном газоне снова цветки. Ой-ой-ой. А так как я против раундапа, глифосата, в принципе, ну, значит, буду убиваться. Что же вы так убиваетесь? Вы ж так не убьетесь. Вот что делать с этим одуванчиком? Ну, козы-то его любят. А гуси? Его надо беречь, как зеницу ока. Вот он даже везде всю щебенку пророс. Одуванчик этот. Ну вот, значит так. Еще пока не обработанная клумба. Цветы для нее уже есть. Но клумба еще не готова. Надо будет убирать. Вот, вот как раз вот он, злодей. Надо будет убирать. И потом уже высаживать цветочки. Ну, а кто сказал, что будет легко? Никто не говорил, поэтому вот так. Закат, кстати, запад. Вот сейчас чистый запад. А, нет, чистый запад вот так. А сейчас уже чуть-чуть ближе к востоку. Нет, к северу. Фу. Короче, я из всей географии помню только географичку. А вот эти всякие азимуты и где кто куда садился,
солнце, я имею в виду. Вот это я ничего не помню. Уже все. Это уже возрастное. Старческий маразм. От него никуда не денешься. Здравствуй, Альцгеймер. Или как там тебя? И почему твоим именем назвали эту болезнь, я даже не знаю. То ли ты ее открыл, то ли описал, то ли сам страдал, бедняжка.